Я вас обманул. Смотри, на солнце 38. Ну, это хорошо. Это классно. Что ж, едем домой. Сейчас я вам расскажу все-таки. Все-таки я вам поведаю за то, как я похудел на 26 килограмм за 6,5 месяцев. Причем ни одного дня не был в спортзале и ни одной тренировки не провел. Ну, за исключением там пару раз бассейн, но это я не считаю как тренировки, силовых тренировок. И вес уходит каждый день прогрессивно вниз. Немного, не большими килограммами, а так по 100 грамм, по 150, по 200 грамм в 2 дня, вот так, по-разному бывает. Плюс-минус. И кто-то скажет, что это туалет, не туалет. Нет, это все фигня. Значит, смотрите. Главное сделать дефицит калорий. Вот и все. Можно ни дня не заниматься спортом. Создайте дефицит калорий, и вы будете худеть изо дня в день, пока не придете в ту форму, которую вам надо. Пришли в ту форму, все. Потом можно пойти чуть-чуть какие-то тренировочки, чтобы эта обвисшая кожа, чтобы она как-то набилась мышцами, либо подтянулась, но она не подтягивается. В общем, к этому придем. Все по мере поступления. Приду до своего результата, потом начну что-то делать с формами. Но самое главное, что я не ем. Я не ем сахар, я не ем хлеб, я не ем картошку, я не ем злаки. И все. И старайтесь меньше углеводов. Чем меньше углеводов в вашей жизни, тем вы будете худее, здоровее. Это уже доказано. Это безуглеводная диета. И кето-диета ее называют. Ну, чтобы ввести свой организм в кетоз, нужно сложные процедуры. Сейчас у меня поначалу был строгач. Сейчас у меня идет уже такое облегченное кето. Раньше было кето, я вот строго все, что... Я даже список себе распечатал. Ага, если это не кето-продукт, я его не буду есть. Если это кето, я буду его есть. Сейчас же нет. Я просто нормирую, дозирую, минимизирую. Поменьше жрать, побольше трудиться. Вот и все. Ну и интервальное голодание также практикую. Не на выходные, но в будние дни. На выходные чуть-чуть даю слабиночку, чуть больше разъедаюсь. Но в будние дни, получается, утром ничего не ем. Вот сейчас 3 часа 8 минут. Еду домой, пока приеду домой, помоюсь туда-сюда. Ближе к 4 начну есть. Вот с 4 и до 8 вот такой у меня интервал для пищи. 4 часа. Мне этого хватает. Я приду, перекушу, потом ближе к 8, может быть, еще что-нибудь там что-то грызну. Вот и все. Пока хватает. Так что первое — не жрать. Второе — следите за тем, что жрете. Вот и все. И будете худеть. 26 килограмм на сегодняшний день результат. А сегодняшний день у нас 29 июля. 7 августа будет 7 месяцев, как я практикую вот это все. Пожалуйста, давайте и вы начинайте, и будет у вас все как положено.